Саиша, қалай ойлайсың? Бүгінгі біздің бағдарламамызда жеңген кейіпкерлерімізді әдеттегідей қайда жібереміз? Бізде Египет болды, Амстердам болды, бәлкім Париж. Я согласна. Хорошо, давай отправим сегодня наших гостей в Париж. Но тогда пара должна быть соответствующая, чтобы они стремились попасть в город любви. Бәрекелді, олай болса, құрметті көрермен, бүгін біздер кейіпкерлеріміз жеңіп жатса, Парижге, Париж қаласына, махаббат қаласына жіберетін боламыз. Олай болса, біз Мамамия мейрамханасындамыз, бүгінгі қатысатын кейіпкерлерімізді Айш екеуміз таңдайық. Хорошо, Ершат, давай приступим и начнем выбирать гостей, которые сегодня присутствуют в ресторане Мамамия. Итак, внимание на экран. Мажупша, Айш, хорошо. Жас, хорошо. Пожалуй, у меня Демигрит, что с подпроводом там. Мне кажется, тебе они слишком молодыми. Да? Да. Там да их, кумда. Мне кажется, возраст должен быть, ну, 25 и выше. Потому что если это молодая пара, то не факт, что родители одобрят такую поездку. Ну-ка. Мына пары шығаршы, мына жұпты. Ну-ка, давай посмотрим. Ну да, в принципе, подходит под наше описание. Да? Да. Алып көреміз ба? Согласна. Парижға баруға лайық сияқты осы жұп. Очень красивая пара, кстати, великолепно смотрится вместе. Бәрекел таңдадық, олай болса, біз қалпайыңыз. Здравствуйте, поздравляем. Вам очень повезло. Вы хотите поехать в Париж? Ну, а пока же давай сделаем из них шпиона, а потом поговорим и все объясним. Хорошо, мы вам подробнее расскажем после того, как мы сделаем из вас нашего суперагента. Вы согласны? Познакомимся. Исимыңыз кім болады? Сауле. Сауле, расскажите, сколько вам лет, чем вы занимаетесь? Мне 20 лет, я танцую в команде Step Up. Также я в этом году закончила музыкальный колледж, там отучилась на хореографа. Сейчас работаю тоже тренером по танцам. Бәрекелді, ал бүгінгі мейрамханаға, Мамамия мейрамханасына кіммен келдіңіз? С кем пришли? С вами молодым человеком. О, это ваш парень, да? Расскажите, Суля, как давно вы с ним встречаетесь? Ну, почти год, можно сказать. А ваши родители знают про ваши отношения? Конечно. Угу. Значит, они вас отпустят вместе в Париж? Ну, да. Жалпы, Парижге барыңыз келе ма? Конечно. Как вы считаете, эта поездка будет, скажем так, предисловием к вашей будущей свадьбе? Это не я решаю. Бәрекелді, Сауле, бізге түсіндірейік. Жалпы бізде барлығы 4 тур. 3 турда өз деңгейіне байланысты сізге сыйлықтар беріледі. 3 турдан кейін сіз деген супер ойын, яғни 4-ші турды ойнауға келісетін болсаңыз, онда Парижді жолдама ұтып алуға толық мүмкіндігіңіз болады. Және де ойнамауыңызға да 3 турдан кейін өз еркіңізде. Важно помнить тот нюанс, что если вы не согласитесь участвовать в 4-м туре и посчитаете, что наши задания слишком сложны для вас, вы можете забрать все предыдущие подарки. Это подарочные сертификаты на праздничный ужин, это подарочный сертификат на месяц бесплатного посещения ресторана «Мамамия» и 10% скидка на все меню. Но учтите, если вы согласитесь участвовать в 4-м туре, но не пройдете его, все наши призы автоматически сгорают. Вы согласны? Да. Дайте себе. Да.
Улыбался Бастаях, шальная сделка, мы начинаем. Начинается. Удачи. Спасибо. Наша пара очень красивая. Они гармонично смотрятся друг с другом, и они очень спокойные. Я думаю, что Сауле будет немного непривычно исполнять те задания, которые мы ей дадим. И, соответственно, парень, ну не знаю, будет проявлять эмоции или нет. Ну, давай проверим. Давай начнем. Улыбался Сауле, мы начинаем. Если ты готова к первому туру, тогда потрогай ухо своего парня. Сауле засмущалась. Несмотря на то, что они встречаются почти год, я думаю, что ей еще сложно выполнить такие задания. Ну, посмотрим. Сауле молодец, Сауле молодец. Пока с первым, скажем так, предварительным заданием она справилась на 5. Давай перейдем к делу. Баригельда, холай болса, Сауле, для вас первое задание. Вы должны сейчас признаться в любви вашему парню, сказать, что вы его очень сильно любите и что вы были всегда счастливы. Разбейте тарелку, которая стоит перед вами. Прям на пол киньте эту тарелку, скажите, мы будем счастливы, я тебя люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я тебя тоже. Ну, счастье, говорят же на счастье, да? Ну вот, сделаем так. Что ты любимый, на счастье? Калай на счастье, ну, калай ляхтар псину. Мам, псять, ну, заплачь, что ты? Я же любя. Калай, я же любя, ну, не ляхтару. Савли вообще был мой долой. Ну, что, гонишь? Любимый, пожалуйста. Ты что, гонишь? Ну сядь. Ну, прости, пожалуйста, я больше так не буду. Это, ну. Все, садись. Ну, расплачься, ну что? Нормально же все, да? Ну, вот нормально, килдык, ну, не ляхтру мне, Сауле. Ну, на счастье, ну, такая примета. Если посуда бьется, то она на счастье. Баригельда, Сауле, сіз бірінші турды жеңдіңіз, бірінші турдағы сіздің сыйлығыңыз 10% жеңілдік. Зачем они это сделали? Молодцы. Смотри, Сауле такая миленькая, сидит уже и нежно улыбается, лишь бы ее парень снова растаял. Молодец. Молодец, Сауле. Пожалуйста, возьми кусочек лука и положи в рот своему парню. С твоей стороны это будет одобрение на то, что ты переходишь в следующий второй тур. Сауле, пока ты будешь кормить своего парня, я хочу тебе напомнить, что ты с успехом прошла первый тур и получила 10% скидку от ресторана «Мама Мия». И теперь ты всегда будешь приходить в это заведение и получать свой заказ с 10% скидкой. Итак, мы ждем подтверждения, что ты переходишь ко второму заданию. Сауле, сама покорми своего любимого. Нравилось что-то? Жо-жо-жо, бежахса. Может быть, лука? Жо-жо-жо-жо. Кирижок ты? И кирижок. Ну что ты? Ну ради меня, пожалуйста. Ну пожалуйста, ради меня. Жох ты. Ой. Ради меня, пожалуйста. Жох ты. Ну. Не отсан же. Ну ничего. И не хуже. Не хуже. Пожалуйста. И хума ты. Ну пожалуйста. И хума. Не отсан. А? Ну пожалуйста. О, молодец, молодец. Полезно сейчас осень. Сауле, поцелуй своего любимого. Он ради тебя съел лук. Вот шанда. Не обижайся, ладно? Вот шанда. Ты не хуже. Ты тоже? Да ничего. Вот шанда. Смотри, он теперь смотрит на нее явно как на ненормальную. Поэтому думаю, что, может быть, даже они не пройдут все эти задания до конца.
Итак, Сули, мы тебя поздравляем, второй тур начался. Итак, ты сейчас должна позвать официанта и сказать ему, чтобы он прочитал твой новый запах духов, сославшись на то, что у твоего парня нет вкуса. Ты должна откровенно флиртовать с официантом, и когда он будет уходить, ты должна будешь сказать: «Ха-ха, я пошутила», и хлопнуть его по попке. Но сделай так, чтобы твой парень все это смотрел и не поссорился с тобой. Удачи! Мне нужна большая ложка, чтобы переложить. Официант, можно? Я хотела бы, чтобы вы принесли ложечку. И у меня есть к вам просьба. Да, я слушаю. Вы можете рассказать, какие у меня духи? Синхуасом, да? Ну, извиняюсь, я не понял ваш вопрос. Ну, духи. Синхуасом, да? К сожалению, нет. Ну, просто у моего парня вкуса нет, и поэтому... Але вкус шок менде. Если я смогу идти. А? Да. Але вкус шок менде. Шутка же, ну что ты? Хотя шутка. Сейчас, подожди. Можно, пожалуйста, ложечку? Всем, подожди, деме маган. Але ул шутка сунда. Ну, просто... Меняет тұрған официантка. А? Ну, я покинул... Сен, классом да, все, все, пожалуйста, успокойся. Класс, дадим сины. А? Всем класс, бач. Немного айтып тұрған. Все, ну сейчас, пожалуйста. Немного айтып тұрған, отыр. Немного айтып тұрған сен. Да нормально же все, ну чё, официант? Чё, чё? А? Все, успокойся, это успокойся, шутка. Халай, это успокойся. Шутка, пожалуйста. Какая шутка еще? Ну, пожалуйста. Халай, шутка. Все, все. Отыр, дим. Успокойся. Утер. Успокойся. Утер. Все, утер, все. Дым. Ну это же шуточка. Халы, ну пожалуйста, шутка. Сядь. Утер. Ну сядь. Ну это шутка была, ну что ты? Утер, дым. Пожалуйста. Ну, любимый, пожалуйста, все, успокойся. Утер, все, все. Спокойно. Не трону. Спокойно, пожалуйста. Все, все, сядь. Все спокойно. Халы вот сонда, мен түсінгенім ну как? Халы, сен, мен мұрым есіпілмейді дейсің бе сонда? Сен мұны айтып тұрған не? А? Ну, я просто пошутила. Ну, ну все, прости, пожалуйста. Сядь, все. Давай нормально пообедаем, а потом пойдем. Я больше не позову его. Вообще, сенс, ну был утро на зерге. Не ну вообще, а это утро. Ну, Ершат, конечно, задание у нас на этот раз очень сложное. Все-таки она очень хитрая, если она очень умеет. Обаятельная. Умеет, конечно. В любом случае, ее парень ее любит. Но я думаю, что. Самое главное, в жизни что она... официант подумал. Я представляю, что я сам подумала. Эй, мама, ходно. Боже мой, она не остановилась на своем. Все. Тырши. Тырды. Все, все, все. Классно, да? Тыр. Ну и кут не соктран, а? Я даже не задела его, просто по ноге. Эй, ходя по ноге. По ноге вот со соуга бумытин, да? Все, все. Пожалуйста, сядь. Эй, ты ухташ? Долбанутся, да, не снеси? А? Я на кухне зовтран. Это шальное сделать. Но третий тур мы сделаем так, чтобы они вдвоем помирились. Ты в этом уверен? Я надеюсь. Посмотрим. Ну, слава богу, он остался. Он обижен, он злой. Но в любом случае игра продолжается. Итак, давай дадим им время, чтобы они немного успокоились. Бәрекелді, олай болса, біздің кереметтей Сәулеге, Сәуле, сіз деген екінші турдың да жеңімпаз атандыңыз, шын жүректен құттықтаймыз. Екінші турдың сыйлығы ол ужин для двоих в ресторане «Мама Мия». Мы вас от души поздравляем. Но, тем не менее, мы хотим начать теперь
третий тур. Если ты готова к третьему туру, тогда угости тортом своего парня. Че, ты успокоился? Как я после этого буду? Как тебе тортик? Термис. Нормально. Ну, это не лук. С моей ложечки. Пожалуйста. С моей ложечки. Ну, не обижайся на меня, ну что ты, блин? Давай. Не буду я тебе. За меня. Жох тебе тумга саган. Вот ж, жох тебе тумга. Нет, я с тобой рядом просто хочу сесть. Вот рано, Жерге. Рядом сесть хочу. Вот рядом, она, Жерге. Ну, блин, ну... Прости, пожалуйста, я... Хлой, прости, пожалуйста. Ну, успокойся, пожалуйста. Как я после такого буду спокойно? Скажи мне, пожалуйста, а? Теперь давай, объясни. Сержант не терпит именно. Хочет, чтобы побыстрее мы закончили нашу игру. Хорошо. Сауле, ладно, мы видим, что ваш парень обижен, что он не хочет ни торт, ни разговора с вами. Поэтому давайте третье задание мы сделаем такое, чтобы оно сблизило вас. Сейчас вы должны его пригласить на белый танец, спеть ему красивую песню и потанцевать вместе с ним в вальсе. Прям около стола. Давайте, да, никуда далеко не отходите, приглашайте своего кавалера и вперед с песней к танцу. Хочешь, давай потанцуем. Ну, смотри, музыка, романтичная обстановка, ну, хоть день, но все равно, все же. Ну, пошли потанцуем. Нет. Жох ты. Ну, потанцуем. Жох, жох. Отырш, отырш ана жерге. Сәуле, отырш дейм. Давай. Жоқ. Сәуле, түсінбейсің ба мені? Отырш дейм ана жерге. Холодно мне. Отыр ана жерге. Отырш дейм, жақындамашы ма? Ну, пожалуйста. Жақындама дейм. Жақындама, Сәуле. Кутинс тағанай мен басымды шашымды ұстап тұрсың ба сондай? Отырш бар. Ну, давай потанцуем. Жоқ. Жоқ деймін. Сәуле. Давай потанцуем, пожалуйста. Сәуле. Просто минуточку, даже 30 секунд. Просто. Ну, потанцуй со мной. Сәуле, жоқ. Ну, пожалуйста, потанцуй со мной. Жоқ деймін. Ну, даже если ты не хочешь. Жоқ дедім ғой, не тыңдамайсың. Жоқ деп айттым ғой, болды. Ну, прости меня, пожалуйста. Жоқ деп айттым ғой, Сәуле, отырш дедім мен саған. Ну, прости, пожалуйста. Не, тыңдамайсың, отырш десем. Ну, вообще потанцуем. Отырш дейм, Сәуле. Потанцуем. Сәуле, отырш, отырш мына жерге, отыр, мына жерге, отырш осы, отыр, түсіндің ба? Тұрма вообще. Сәуле уже не знает, как выйти из этой ситуации. Нет, нет, я уверен, что она добьется своего. Давай, Сәуле. Ну, давай, посмотрим. Сәуле, еще до одна конца, попытка. Сәуле. До конца, Сәуле, давай, давай. О, ой, боже, молодец, наконец-то он расстался. Ой, ну опять что разочарование. Прям он какой-то бука, да, я не знаю, да, столько да. В нем злости. Как Сәуле его терпит? Не знаю, не знаю. Смотри, смотри. Вот, 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 вот. Давайте, давайте. Хватит. Не обижайся, но люби его. Все? Успокоился? Все. Я люблю тебя до слез. Все, болдым, да? Болдым, да, Билли? Болдым, да? Сәуле, что бы ни происходило,
Ну, ты сделала это. Сен үшінші турды женгден, и ты получаешь подарок, абонемент на целый месяц от ресторана «Мама Мия». Настоящая итальянская кухня. Здесь всегда вкусно и уютно. Поздравляем, Сауле! Құттықтаймыз! Сен женгден! Я рада, молодец. Она все-таки дошла. Она дошла до третьего тура, и она находится в маленьком шаге от победы. Ирина, будрис, будрис, халыңыз қалай. Привет, Ирина, добро пожаловать. Наконец-то мы тебя дождались. Ирина, у нас к тебе супер задание. В общем, ты должна разыграть наших гостей, которые сидят за этим столом. Ага. Здесь влюбленная пара, они встречаются уже целый год, и они хотят поехать в Париж. В общем, твое дело разыграть этих молодых. Отлично, я готова. А как разыграть? Вы подходите к этому молодому человеку? И Якова, вы его девушка. И вы давно встречаетесь. В общем, здесь должна быть интрига. Да. Ну, я думаю, что у тебя все прекрасно получится. Ты готова? Я готова. Давай, начнем. Ура, начинаем. Бәрекелді, Сәуле, мы продолжаем. Хочу напомнить, что ты выиграла третий тур, и мы дарим тебе подарок. Это месяц бесплатного ужина в ресторане «Мама Мия». Но, тем не менее, Сауле, мы хотим у тебя спросить. У нас теперь остался четвертый тур, самая главная суперигра – поездка в Париж вдвоем. Если ты согласна сыграть с нами четвертый тур, тогда, пожалуйста, налей своему парню чая. А если не согласна, тогда не наливай. Мы тебя предупреждаем, что если ты проиграешь здесь, тогда ты потеряешь все. Понятно, мы поняли, что ты согласна. Сауле молодец, очень решительно настроена. Объясни нашей Сауле, что сейчас будет происходить. Ну, может быть, мы сделаем для нее сюрприз, и она не будет знать, какое будет четвертое задание. Хорошо, тогда я приглашаю нашего гостя, который сейчас сделает, ой, такой шум. Ирина, начинаем. Дамир. Пойдемте. Начинается. Смотри, смотри, она так стремительно подошла к нему. Это что такое? Что это? Дамир. Что я? Ты что мне говорил? Что я вот тебе говорю? Что ты мне? Кто вообще? Я тут. Ты офигел, что ли? Извините, девушка, вы кто? Я его девушка, мы с ним год уже встречаемся. Как? Так, встречаемся. Ты офигел? Ты что, перед ней, что ли, сейчас это все разыгрываешь? Ты специально, что ли, это делаешь? А кто мне обещал жениться? Ты кто вообще? Ты кто вообще? Я тебя не знаю даже. Как это? Ты обалдел, что ли? Мы с тобой вчера только в клубе были. Фотографии ей показать? Или видео показать, которое мы с тобой снимали? Дамир, что происходит? Ты что сейчас мне рассказываешь это? Кто вообще? Я не пойму, ты специально, что ли, это делаешь? Показывать ей сейчас это все? Давай я докажу, покажу ей это все. И все видео, которые мы с тобой снимали, и все сообщения, которые ты мне писал, и так, все стоп! На WhatsApp вот эти, вот, которые ты мне писал. Это кто? И все твои признания в любви. Я сейчас покажу ей это все. Покажи! Ты стоишь, разыгрываешь все это. Я в шоке вообще. Иду мимо к подруге, зашла, смотрю, сидит. Зачем ты мне тогда в любви клялся? Зачем ты все это говорил? Что я тебе говорил? Из-за какой-то девушки, с которой вообще первый раз тебя вижу, ты с каждой, что ли, так Извините, встречаешься? Извините, девушка, вы кто такая? Каждый раз это показываешь? Объясни, пожалуйста. Каждый вечер у тебя новые девчонки, что ли? На протяжении года я тебя так уже вылавливаю. Я каждый раз его так встречаю в ресторанах. То есть? Каждый день. Каждый день практически он в ресторанах встречается с новыми девушками. Так, подождите, девушка, и вот так вот это все делает. Я его задолбалась уже. Вот, значит, так подергивать с ресторанов. Ты что говоришь? Да, вот именно так все это происходит. И на свадьбе, если в клубах, блин, каждый день зажигает с новыми девчонками, я каждый раз это не вижу. Знаю. Я вас даже давай не... я это докажу. Я главное каждый давай раз покажу. По выходным. Конечно. Ты вообще не... Опа. Все. Выходим. Вот пошли кулаки. Пойдем.
Пойдем, пойдем, мы еще успокоим наших людей. Стоп, 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 Савлей. Успокойтесь, Дамир, здравствуйте. Дамир, очень приятно с вами познакомиться. Это телеканал ТДК-42. Ирина Будрис. Это наша звезда Ирина. Это розыгрыш? Это розыгрыш, это реалити-шоу. Просим прощения за то, что Дамир, мы вас разыграли. Нервы шалят немного, да? Бедный Дамир, у вас молодец. Савлей, молодец. Савлей, молодец. Но зато, Дамир, я тебе скажу, благодаря этому вы выиграли путевку на двоих. Куда думаешь? В Париж, ты представляешь? Да, вот это такое настоящая истинная любовь. Как твое ощущение, Дамир? Вообще, не знаю как, вообще, первый раз такое у меня. В Уральске такое, первый раз. Вот как вообще? Дамир, расскажите ваши эмоции. Вообще круто, вообще не ожидал такого вообще. Извини, что гнала его. Там именно даже гнала его. Ну, судя по вашей реакции, вы уже были готовы взорваться. Прям тарелку кидает вообще, на нервах был я прям. Жалпы енді осыдан кейін Парижге барасыздар. Кішкене серпіс бойдан түсіп, рахаттанған сезім болды ма? После сказано, что Париж это... Все успокаивает, да? За этот вечер можно и попереживать, да? Суля, ну как вы справлялись с заданиями? Расскажите. Ну, блин, во-первых, он не ест лук, а вы мне попросили дать ему лук. Самое главное, что он остался жив после этого. Самое главное, да, хорошо, нет аллергии. Да. И насчет тарелки, я думала, он сейчас вообще взбесит и уже на месте уйдет. Хорошо, он сидел. Молодец. А если бы он ушел, то я не знаю, мы тоже думали, что он уже раза три минимум должен был уйти и покинуть этот ресторан. Несмотря даже на вашу крепкую дружбу, на вашу любовь. Скажите, вы, конечно, не ожидали увидеть Ирину, да? Для вас это было как бы необычно. Вообще... Суля, вы как отреагировали? Вы же не знали про наше задание, про наш четвертый тур? Или вы все-таки догадались, когда ее увидели? Ну, вообще, немножко, я была 50 на 50. Растерялась, вроде да? Вроде бы, и как бы все это... Ну, вы меня не предупреждали, поэтому я немножко растерялась. Думала уже уйти, и все, зато все эмоции уже... были неподдельные. Да, Ирина, молодец. Так, прям вихрем. Я уже думала все снимать и уже все, уходить, отказываться, думала, от этого розыгрыша. Ну, блин, вы вовремя подошли. Ну, молодцы, мы очень рады, что вы справились с заданием. Мы за вас счастливы, желаем вам удачной поездки. Надеюсь, что эта неделя, которую вы проведете вместе, наедине, будет вам запоминающейся. Ну, самое главное, я надеюсь, что после Парижа у них будет свадьба. Это мы еще посмотрим. Может быть, звоните. У нас будет еще одно реалити-шоу. Так что, да, самое главное запланировать. Да, молодцы. Это была шальная сделка на ТДК-42.